Мур, привет, друзья, с вами Зерько. Не знаю, как вы, а обновление я жду, как выхода любимого сериала. Итак, серия 1.3.52. Первого бойца-мага, Гвиневру, добавят на основной сервер 21 февраля. Не скажу, что сейчас она тащунский герой, но играть ей интересно. Новый облик Кэрри будет в коробке удачи с 16 февраля. Видимо, только разработчикам не кажется, что на нее и так много скинов. Добавят облик, знак зодиака Рыбы, который представит Ланселот. Странно, что не зодиак Дева, да? Ха-а-а. Изменения в магазине фрагментов 26 февраля. Фиолетовые фрагменты уберут Сана, боевую Будда, а добавят Звездник Аргуса, Дарк Драконик. Фрагменты героев уберут Сана и Гатота, добавят Кимми и Хильду. К изменениям героев. Вейл. Второй навык. Увеличат урон на несколько десятков единиц. Шестой левел, например, будет 610 урона, а было 540. Второй навык в контроле. Время подбрасывания будет 0.9, а было 0.7. Теперь больше шансов на связку подбрасывания плюс ульта, а то до этого только заторможенный не успевал прыжком воспользоваться. Ульта. Базовый урон добавили на сотню. Вот это уже весьма хорошая новость. Но я думаю, Вейлу еще добавят урона в следующих патчах. Гвиневра. Пассивка. Увеличили бонус от предметов для усиления удара. Теперь 120%. Было сотня. Ну еще ей исправили ряд багов. Хуфра. Ульта. Увеличили силу замедления тех, кого мы зацепили. Теперь 60%, а было 45%. Про героев на этом все. Да, полторы недели праздников у разработчиков не дают им работать на благо нам. Но много изменений и выравнивания в режиме эволюции. Жаль, не написано точно, когда этот режим выходит. Также добавляют немного халявы для звездных участников. А еще, разработчики поработали над системой драфт-пика, когда искусственно вызывался нулевой матч, и результат не засчитывался никому. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями. И, конечно, ставьте лапки. Всем пока!